Здравствуйте, Метео ТВ. О погоде в студии Екатерина Решетилова с информацией Гидрометцентра России. На юге Дальнего Востока сохранится повышенный фон атмосферного давления. В Приморье, Хабаровском крае, в Амурской области 20-25 тепла, без осадков. Сухая погода и в Забайкале, правда, с большим суточным ходом температур. Ночью заморозки до минус 6, а днем 21-26. На Курилах и на Сахалине дожди прекратятся после полудня от 15 до 20 градусов. А вот на Камчатке вслед циклону еще возможны небольшие дожди. Днем плюс 13-18. Такая же погода и на большей части Якутии. В Сибири, напротив, преобладает пониженный фон атмосферного давления. Дождей не будет только на юге Красноярского края. На остальной же территории пройдут кратковременные дожди. В автономных округах с мокрым снегом. Температура воздуха на юге Восточной Сибири плюс 22-27. В центральных районах 17-22. В Туруханском районе 5-10 выше нуля. Сильные дожди и резкий ветер ожидаются на юге Западной Сибири в зоне атмосферного фронта. Днем в Омской области плюс 9-14. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях от 15 до 20 тепла. В Ханты-Мансийском автономном округе 10-15 градусов. Европейская территория России. На снимке со спутника основные облачные системы просматриваются в основном на севере. Здесь везде пройдут дожди, а над остальными районами сохранится влияние антициклона. Погода сухая, солнечная и очень теплая. Примерно на 4-5 градусов выше климатической нормы для этих дней. Итак, на северо-западе плюс 20-25, в центре, в Черноземье и на Средней Волге 21-27. В Волго-Вятском районе от 15 до 20 градусов. Атмосферный фронт может вызвать небольшие дожди. На юге кратковременные грозовые дожди, вероятнее всего, в горах Северного Кавказа. Днем жарко, 22-28, местами до 32. Ну а на севере из-за циклона дожди повсеместно. На Кольском полуострове 12-17 выше нуля, в Карелии и в Архангельской области около 20, в Вологодской области до 24. В Санкт-Петербурге без осадков плюс 21-23, а в Москве солнечно 24-26. До встречи!